Приветствую вас, народ, с вами Варчик. В этом видео поговорим с вами о новом прем-танке 9 уровня, который добавили в продажу на постоянной основе. Т-54 Heavy Tank. Вначале хочу вам порекомендовать свой стрим-канал на ВК PlayLife. Там проходит намного больше стримов, чем на Ютубе. Разыгрывается золото. И просто за просмотр стрима можно тоже получать золото. Подписывайтесь, ссылка в описании. Ну а мы возвращаемся к нашему Т-54 Heavy Tank. В каких-то там годах в Америке разрабатывался такой танчик, разрабатывался, да не разработался. А дали приоритет Т-95. А вот разработчики из нашей замечательной танковой игры взяли и создали такой танчик. Вот это молодцы, вот это чудеса, класс. Что же из себя представляет вот это чудо? Давайте посмотрим на его броню. Абсолютно отвратительное НЛД, большое, дырявое, никчемное. Абсолютно слабые борта, которые легко пробиваются, особенно в нижней части. Также крышка корпуса на двигателе легко пробивается. Единственное, что танкуют, это ВЛД и лоб башни. На голове также у нас имеется шишка размером с еще одну башню, которая пробивается супер легко. В общем и целом, броня просто ужасная. Танк танкует только, когда случайно попали в ВЛД или в лоб башни. Иногда такое, конечно, случается, но это только если повезет. Давайте посмотрим на орудие у танка. Пробитие 240 ББшкой. На 500 метров пробитие падает до 230. Специальный снаряд у нас кумулятив, пробитие 300. Кумулятив, пробитие не теряет на любой дистанции. Фугасы у нас обычные, посредственные, ничего интересного в них нет. Но иногда по жопе или по бумажному танку стрельнуть можно. Альфа у нас 450, это неплохо. Вот бы еще часто она вылетала, вообще было бы замечательным. Одна из фишек танка — это УВН и 12 градусов, это вообще класс. Но это было бы классно, если бы танк ездил быстро. 34 вперед, 15 назад, скорость посредственная, удельная мощность тоже небольшая. Танк очень сильно просит турбину, и даже с турбиной гонщиком его не назвать. Но у нас еще и плохая точность 0.4, хочется еще и прицел поставить. Стабилизация у нас от поворота корпуса и движения корпуса 0.20. Это тоже плохая стабилизация, хочется и стабилизатор поставить. ДПМ 200, хочется и досылатель поставить. Броня у нас супер дырявая, хочется закалку поставить, чтобы размениваться своим ХП, раз броня такая себе. Так а что в итоге ставить-то? Стабилизация чепуха, точность чепуха, мобильность никчемная, в зимы зоны такие, что только в путь пробивать. Так еще и ДПМ надо же как-то его улучшать. В итоге что не ставь на этот танк, он все время кажется посредственностью. Да, по статистике этот танк довольно-таки высоко. Но как много людей получили его за аукцион? 10 тысяч там человек, кажется, получил или сколько? А сколько из них играет на нем? Да я попросту вообще их не видел в рандоме, эти танки-то. И вот добавили на постоянку в продажу вот это. По параметрам оно ну просто обычное. Я этот танк не могу назвать плохим, и он по сути не является прям отвратительным и бездарным полностью. Но тащить бои на нем крайне тяжело. А вот что на нем не тяжело, это подсвечивать врагов иногда там где-то в позиционочках за счет обзора 400. Это ж на 10 метров больше, чем у Face 1. Мы практически топ-светляк. Конечно же, это шутка. И враги светятся на любом танке, когда ты из-за рельефа от башни их светишь. И эти 10 метров особо роли не играют никакой. Тут главное, чтобы было кому пострелять на кемпе, и враги как ложки подставлялись. А 10 метров у вас больше или меньше, но это такое. Это не то, чем тащится бой. Это просто приятный бонус. Но если дальше сравнивать с Face 1, то пробитие у нас хуже. Точность у нас хуже, стабилизация хуже. Пробитие что основным, что специальным снарядом хуже. Туда можно просто поставить турбину, стабилизатор, досылатель. Или турбину, закалку, досылатель. И спокойно играть. Там понятно, что ставить, чтобы танк был хорошим. На этот танк какое оборудование не поставь, все время чего-то не хватает. То скорости, то закалки, то стабилизации, то еще чего-нибудь. Также еще на сайте игры не написано, что он фармит боны. И в прем-магазине тоже не написано, что он фармит боны. Но если зайти в игру и в игре в магазине нажать на этот танчик, а потом еще и нажать на его картиночку, чтобы он в ангаре открылся в предпросмотре, то там есть сбоку картинка, что там боны он, оказывается, фармит. А сколько бонов фармит, да пофиг. Танкист купит, потом узнает. Зачем вообще лишняя информация голову забивать? Но фармит танк 100 бон в неделю, ну и ладно. Также это прем-танк 9 уровня, что не является каким-то массовым в игре на данную минуту. Может быть уже завтра или послезавтра прем-танков 9 уровня будет больше, чем прокачиваемых, как и на 8 уровне.
Ведь станок у разработчиков, который клепает прем-танки, он не дремлет, он постоянно что-то там, как на конвейере, выпускает. Если вам надоели прем-танки 8 уровня, и у вас 1100 или 200 золота, и вам вообще делать нефиг с этим золотом, то вы, конечно, могли бы подождать аукцион, который скоро будет, и туда затрамбовать свое золото, чтобы получить какой-то танчик наподобие вот этого. Ведь он тоже когда-то был в аукционе. Либо можете купить уже этот ТПС-4 Heavy Tank за 17 800 золота. Можно, конечно, его и за рубли купить, 2777, что на 1000 дороже, чем восьмерка продается, любая, которая всегда в продаже. И что мы получаем? На 1000 рублей дороже. То, что мы фармим 100 бон в неделю, или то, что это просто девятка, а не восьмерка? То, что там рандом лучше на 9 уровне, чем на 8? Ну, рандом там может быть и лучше. А танк посредственный. Да, по статистике ему планка на 3 отметки, у него 3500. Это гораздо выше среднего. Но опять же, на нем мало людей играет, и вообще, мне кажется, никто. Если бы он был прокачиваемым, он был бы там в самом конце. Но поскольку он редкий, поскольку он премиумный и ничего в нем качать не надо, он сразу в топе, то он так высоко. Плюс у него обзор неплохой, альфа неплохая, пробитие хоть и не самое лучшее, но все же нормальное. Вот вы там что-то пока умирали посветили, пару раз там альфу дали, вот у вас там уже 1500-2000 урона есть и нормально. Вот и планка 3500 получилась. Поскольку на этом танке так и есть. 3000 среду удержишь, 500 там что-то насветил, вот 3 отметки получил. Танк не имба, танк не самый плохой, только сытый и глухой. Я на нем на пресс-аккаунте бесплатно поиграл, удовольствия я не получил вообще. Если за это еще и отдавать кучу золота или рублей, я бы, наверное, вообще с ума сошел. Мне, честно говоря, вот за такое отдавать вообще никакой ресурс не хочется. Но если у меня его изначально навалом, и на восьмерках у меня много боев, то можно его взять, чтобы просто в бою выдавать альфу, чуть-чуть подсвечивать, фармить столько же, как на 8 уровне. А, наверное, надо было это в самом начале видоса сказать, но скажу хотя бы сейчас. Он фармит так же, как восьмерка. Все прем-девятки фармят, как восьмерки. Никакой разницы нет вообще. Если бы оно еще и фармило хотя бы больше. Но, видимо, прикол в том, что он фармит боны. 100 в неделю, обалдеть. Как будто бы так боны нигде не добыть. Но фармит он столько же. Но при этом на нем тащить бои тяжело. На нем просто побыть в бою и набить какие-то там свои посредственные 3500 суммарки. Это все, что он обычно показывает. Агрессивно на нем не поиграешь, он еле едет. В позиционках он легко пробивается. Пушку имбовой не назовешь, просто там альфу пару раз за бой дал. И за счет большой альфы вот твои циферки есть, все. Посредственное серебро там какое-то свое фармит небольшое. Такое же посредственно, как и на 8 уровне. Нужен прям аккаунт, нужны резервы, стрелять ББшками. И все равно ты там по миллиарду миллионов фармить не будешь. Дай бог 1080, если нафармишь, и то молодец. А то и того меньше будет. Если много ББшками набьешь, много в землю не будешь стрелять, еще и что-то посветишь, ну дай бог 100 тысяч раз в год вывезешь. Фарм машиной назвать это тяжело, поскольку на нем невозможно играть агрессивно. Из-за этой шишки на башке. Поэтому тяжело на нем что-то там от рельефа высвечивать. Или по своему засвету в городе там с кем-то перестреливаться от борта или от насыпи. Приходится всегда действовать как-то из-под тишка. А когда ты так играешь, чаще всего ты с кем-то делишься серебром, поэтому вроде как и пробитие и альфа, и снаряд ББшка стоит 1000 серебра, что так же, как и у остальных тяжей, у которых альфа еще и меньше. Казалось бы, оно про фарм, но в итоге на нем приходится что-то там крысить и играть аккуратно. А это уже не про фарм. Да и если бы оно хотя бы ездило нормально, но что-то как-то оно не хочет ехать вообще. Вот если по старой пятибалльной системе это оценивать, это вот что-то типа 3 с плюсом. Оно вроде и не уебище, ну и когда ты просто с натяжкой ставишь так типа 3, но с плюсом. Вроде и чмо какое-то, но такое позитивное. Это как в школе, помните, вам оценки ставили, типа, когда ты где-то обосрался, но тебе так просто, потому что ты не чмошник, так в знак признательности плюс еще добавили, такой типа, ну на. Вот тут то же самое, вроде оно не дерьмище, но так... Просто плюс поставим, чтобы было. Вроде как по статистике оно не самое плохое, но играть на этом не хочется. При этом этот танчик же кто-то купит, и он станет более массовым, он же в постоянной продаже. Хотя когда вы видели сильные танки в постоянной продаже? Я вот никогда. С 2013 года я в игре, ни разу такого не было, чтобы добавляли какой-то прям мега сильный танк в постоянную продажу. Чуть выше среднего, да.
Это максимум, что можно вообще найти в постоянной продаже, не более. В постоянной продаже танки, которые находятся, там нужно очень сильно выбирать, поскольку большинство там, ну, посредственность. Если введут сильные прям танки 9 уровня, этот танк сразу укатится в самое дно. И потом лет через 10 можно будет его апнуть, освежить и продать по новой. Пишите свое мнение в комментариях. С вами был Варчик. Играйте красиво, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачного дня, пока.